Сегодня у нас 30 апреля. Полдень был чудесный. А вот сейчас стало ветрено. Нахмурилось. И по всему будет дождь. А мы до дождя, я надеюсь, успеем съездить. В ботанический сад. Университетский. Всюду в городе разлит запах цвета. Яблоневого и прочего. Абрикосы пахнут, яблони. Это вот у нас бульварда Кудрявская. А это Ярослав Вал. Мы едем мимо театрального института. Я немножко удивился такой резкой смене погоды. Посмотрел прогноз. Часам 5-6 может быть ливень. Сейчас 4 час. Может быть, я надеюсь, у нас есть некоторое время до ливня. Боже, что они сделали с этим зданием? Дом с хлебной лавкой. 1860-1877 год. Один из самых старых здесь, а может быть уже и самый старый. На Ярославом валу. Сегодня рубежный день. Можно считать, что началась весна. 20 градусов. В воздухе. Как для меня, то весна началась в Киеве сегодня. Кругом самокаты. Сейчас спустимся по Ивано-Франкову. Правда, я больше люблю по ней подниматься, чем спускаться. Вообще подниматься люблю больше, чем спускаться. Красная улочка. Это мы выскакиваем прямо к ботаническому саду, можно сказать, к Владимирскому собору. Красавец. Владимирский. Классическая у него сейчас расцветка. В классическом своем. В классических своих колерах раскрашен. Заедем через центральный вход. А заходить не буду, времени мало. Вот-вот дождь начнется. Вот быстро по городу на велосипеде движешься, даже не форсируя темп. От Лукьяновки до Батсада 15 минут. Без всякой спешки. Да, красиво все для глаза. Красное. Желтое. Зеленое и белое. И коричневое. Все сочетается. Магнолии там цветут. Но в сад нас не пустят.
университетские. А мы на нее только поглядим. Через решетку. Можно будет поднять камеру чуть-чуть. Да, вполне. Все уже. Тепло всех раздела. Ну, она еще такая обманчивая. Привет. Что, помешал, что ли? Публика наслаждается свежим воздухом, в первую очередь. Это чья? Какие вот горды свежие, с зеленью. Let's do this. Красавица, покажи шляпку. Застеснял. Даже с телефонами заметно меньше. Я бы даже сказал, меньше 30%. Вот как действует весна на людей. Даже не хочется копаться в смартфоне. Да, мы у Магнолии же не были, правильно? Ух ты, хулиганы! Отсюда хорошо подниматься. Я бы сейчас спускаюсь, но подниматься еще красивее.
Уже даже немножко удушливый запах. Слащавый. Какие здоровые цветы в этом году. Это я ведь крою, я быстро. Давай дальше пойдем. Как люстры. Все подобрели, стали нежными и внимательными, а были злыми и невнимательными. Позитив на лицо. Говорят, прогресса нет. Вот в этом есть прогресс. Цветут магнолии. Все счастливы. Это вообще огромно. Сейчас мы ближе к ним подберемся. Вот эта форма. Вспомнилось чьё-то, не помню чьё. Снился мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы гуляли вдвоем. Ну, это мог и Вертинский петь, между прочим. Да, он, скорее всего, он и пел это. Но это не его стихи, я так думаю. Да, конечно, зрелище прекрасное. Что-то вот-вот начнет отцветать, и даже начало. Что-то только зацветает. Отличная магнолия в этом году. Отличная. А мы сейчас поднимемся на тот склон. Свеженькие новые деревца. Ивы, так понимаю. Недавно посажены, такие здоровые, крепкие. Ну, отлично, успели до дождя.
будем разворачиваться потихоньку. Здесь вот, там на вершинке форзиция цветет. Это что за птица? Это не сойка. Ух ты, какая редкая птица-то. Тушкан какой-то птичий. Я сегодня сойку видел. Метрах двух. Сидел на заборе. Рассеянная сойка. Весенняя рассеянная сойка. Доброго дня. Вот хорошо, когда молодые матери не работают. Возят куда-то детей. Получают эстетические впечатления. Это же так позитивно влияет на человечество. Бросим последний взгляд на всю эту красоту и поедем в скверик Шевченко, университетский скверик. Все-таки дождь будет. Ни разу солнышко как следует не выглянуло. Но просветы в тучах есть, что делает, конечно, освещение весьма недурным. Вот это дом Мороза, или Мороза, как иногда говорят. Но я вот подумал, в английском есть такое слово «rose». Сердитый, надутый. Может, это не тот мороз, что мы думаем, а надутый господин. Да, здесь достаточно форзиции все-таки. Немало скверики. Какие пикнички. А, это какой-нибудь маленький семинар по медитации, наверняка. Отлично, успели. До дождика буду я разворачиваться к дому. Все-таки там в прогнозе не все так чудесно и безоблачно, как вот сейчас кажется. Здесь не проезжал.